Маки с виноградом. Ну все, наконец-то добрался. У подножия горы Клементьево нахожусь. Вон там обелиск стоит. Хочу к нему подняться. Я с пешком только идти. А вон там у нас внизу авария случилась. Неплохо так ее развернуло. А вот мой конь. Неплохой. Магма. Три спереди, семь сзади звездочек. А что, вперед? Вон оттуда я затащил велик сюда. Было круто. Сейчас нахожусь в горе Клементьево. Вот Стелла, первопроходцем, романтиком. Все, осталась финишная прямая, каких там 200 метров. Вон поворот на ротонду, здесь маки так красиво цветут. Вон уже близко ротонда. Попал в дождь, весь намок. Там вообще гроза фигачит. Да, сюда лучше на велике не ехать. Подъем жестковат немножко. Вот выезжаю из Феодосии. Начинаются долгие подъемы, продолжительные. Не крутые. А когда выезжаешь сюда уже, еще плюс ветер. Велик просто не едет. Доехал или дошел, неизвестно. Сейчас солнышко проглянется, сам зрачок получится. Thank you.
за дождь поливает, ничего не видать. Постоянно машины приезжают. Thank you.